Всем огромный привет! Сегодня я хочу приготовить жареный минтай. И я купила килограмм 600 грамм. Здесь у меня три рыбины для того, чтобы пожарить. Мне нужно сейчас отделить, то есть все кости, вырезать все ненужное. Мне нужна только филешка с минтая. И сейчас я этим и займусь. Сейчас я разделаю его и покажу вам, как я буду жарить. Рыбу я обрезала, ну, сделала филешку. Вы обрезайте, чистите, делайте филе, как вам надо, как вам удобно. Может, вам удобно вообще купить это филе. И еще проще. Процесс ваш ускорится. Сейчас я ее буду резать на кусочки. Порезала, теперь мне надо ее немножечко присолить, поперчить, лимончиком сбрызнуть. А вы свои любимые приправки можете насыпать. Сейчас я этим займусь. Солим, перчим, все делаем по вкусу. Теперь сюда насыпаем на кончики чайной ложки соды. И нужно взять лимон и выдавить сок лимона. И посыпать крахмалом. И все это перемешать. Ложка крахмала у меня столовая. В общем, оставляю в таком виде. Минут на 20. Тарелочкой прикрыла. Оставила я рыбку мариноваться минут на 20. Сейчас бы убрала я, конечно, эту тарелочку, чтобы мне мой внук сказал: «You funny, баба». Вот. Именно смешная тарелочка. Ну все, жду, пока она замаринуется. Рыбу осталось только пожарить. Я налила масло подсолнечное в сковороду. Поставила разогреваться. Насыпала муки в тарелку. Сейчас буду обваливать эти кусочки и обжаривать в масле.
вот так обжариваю с двух сторон. Рыба готова. Вот она такая получилась. Очень-очень вкусная, хрустящая. Я тут сделала соус. Мне нравится. Ложка гранатового соуса, 2 ложки соевого, 2 ложки кетчупа и ложка зерновой горчицы. Все перемешала, и в это я макаю. Мне это очень-очень нравится. Очень вкусненько получается. Рыбку макнул и покушал. Очень вкусная рыбка. Попробуйте и оцените. Всем пока. Всем хорошего настроения, приятного просмотра. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.